Уснули реки и леса. Идут часы, даря надежду, и происходят чудеса. Кружит метель, искрятся льдинки. Весь город спит уютным сном. И Дед Мороз, как невидимка, заходит тихо в каждый дом. Ему желания все известны. Он знает нужные слова. И праздник превращает в детство, где место есть для волшебства. Посмотрим, что у нас тут. Здравствуй, дедушка. Нужен поезд. Артем, Новосибирск. Поезд. Правильно, правильно. Вот это все правильно. Сейчас мы все это запишем. Вписываем Артем, Новосибирск. Поезд. Здравствуй, мы тебя ждали. Добро пожаловать в дом Дедушки Мороза. Сейчас мы находимся в его рабочем кабинете, где он читает все письма от детей со всего мира. Из Калининграда мы подарим куклу большую, большую. А? Что? Ой, здравствуй, внучок. Я очень рад тебя сегодня видеть. Прости, у меня здесь немного не убрано. Сам понимаешь, Новый год. Нужно доставить много подарков по всему миру. Пока мы со Снегурочкой тебя ждали, решили посмотреть, какие подарки мы детям отправим, чтобы каждому сегодня досталась частичка волшебства. Ты как раз пришел. Давай посмотрим и твое письмо. Так, ага, это... Прости, прости, это не твое письмо. И это не твое письмо. Зато я знаю, где оно может быть. Давай, пойдем с нами в комнату, где хранятся все письма, и посмотрим, там ли оно. Если ты, конечно, не против, а? Это ты здорово придумал, дедушка. Ну тогда вперед. У нас сегодня еще очень много работы. Опа! Пойдем, пойдем со мной.
Наверное, мы тихо его позвали. Давайте еще раз вместе.
Вот уже который раз настал зимой чудок, а с ним веселый, а зато и спешит к нам Новый год. Здравствуй, Снегурочка, мы рады тебя видеть. Тогда давайте поднимем настроение танцем. Мои милые снежинки закружились, завихрились в дивном танце на нашем празднике.
Ребята, я все поняла. Наша елка хочет, чтобы мы ее понаряднее покрасили. Так давайте вместе с родителями ее красиво и украсим. Поднимайте все со своих стульев. Thank you.
пока я шел, замерз, заболел и меньше стал. Дедушка Мороз, я знаю, чем тебе помочь. Тебе надо отогреться, попить горячего чая и послушать нашу замечательную песню, которую тебе споют наши девочки.
все. Листок последний сорван календарный. Навстречу нам шагает Новый год. Так просто, как будто не так.
Становитесь в коробок, сейчас вы будете играть Деда Мороза.
танцевал? Да. Песни пел? Да. Смешил? Нет. Что же я забыл? Что же я забыл? Приятно детям в Новый год уходить у елки хоровод, играть и веселиться. Но все ж приятнее, что скрывать. Подарки деда получать? Да. Есть подарки. Как не быть? Ох, люблю я их дарить. Но подарки вдалеке, в деревянном черепке. Чтобы нам его позвать, надо цып-цып-цып сказать. Давайте вместе! Цып-цып-цып! Давайте дружно!
Сюда. Арина, Арина. Это что такое? Ой-ой-ой-ой. А ну-ка, остановитесь, сорванцы. Ай-яй-яй, между прочим, у нас гость. А мы знаем. Так поздоровайте. Привет. Позволь тебе представить, племянники мои любимые, братья 12 месяцев, за ними только глаз да глаз нужен. Ну как же вам не стыдно? Чего вы по всему дому разбегались? Просто братец Июль взял книгу добрых дел нашего гостя. Без разрешения. Книги волшебные, они очень ценные. В них хранятся все дела и достижения детей. Дедушка, раз уж братцы принесли книгу нашего гостя, так давай посмотрим все его достижения. Конечно. Давайте. О, спасибо. Садись, внучка, садись.
что, давайте посмотрим все о нашем сегодняшнем госте, а? Вот оно как, хорошая фотография. Посмотри-ка, внучка, а? А как ты танцуешь здорово! Я как увидел, у меня у самого, у старого ноги в пляс пустились. Братец Июль, в следующий раз, если захочешь взять волшебную книгу, не неси ее в свою комнату, а позови меня, ладно? Хорошо, дедушка, больше не буду. Ну вот, вот и молодец. Ой, братцы месяцы, а хотите пойти с нами в комнату с письмами, да, а? Да! Ну тогда вперед! Ура, ура, ура! Ух ты! А это что такое? Так, так. Непорядок. И раз. А? Здорово. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо не забыть лампочку заменить. О! Стихами заговорил. А? Что тут случилось? Куда все письма подевались? Как мы узнаем, кому что подарить? Это нужно обязательно исправить. Мне кажется, знаю, что тут случилось. Что? Мы вчера с братцем Юлем заигрались в снежки, забыли принести все письма. Ай-я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 й. Я тебя все и плачу. Ну-ка, давай быстро, быстро, беги. Вот так. Случилось. Вот проказники. Не переживай, внучка. Мои племянники любят пошалить, но всегда исправляются. И раз мы заговорили о поведении, пока мы ждем письма, давай-ка мы узнаем, как ты себя вел в этом году. Ну, пойдем, посмотрим. Так, это что такое, внучка? А, вот так вот. А следующая комната очень секретная. В ней можно узнать, хорошо ли ребенок вел себя в этом году или плохо. Ну что, пойдем посмотрим, а? Пойдем, пойдем, пойдем. Только пойдем. Здесь, в этой комнате, мы можем узнать, как наш гость вел себя в этом году. Помогал ли родителям, слушался ли старших, заступался за младших, делился ли с друзьями. Эта волшебная книга и этот механизм знает все. А братья месяцы нам в этом помогут, правда? Ну как? Что значит как? Ставь скорее книгу. Только осторожно. Ну, братцы месяцы, поможете нам узнать все о нашем госте? Ну, дедушка, как мы можем помочь? Ну что вы, Снегурочка, ну-ка. Это же просто. Смотрите, нужно несколько раз покрутить это колесо, чтобы свет зажегся. Вы поняли? Ну-ка, взялись, приготовились. Ну, братцы, начинайте. Крутим, крутим, быстрее. Ух ты!
что? Наверное, брат Сиюль нашел письма. Пойдемте-ка проверим, а? Пойдемте. Только не говорите остальным братьям про эту комнату. А то будут каждый день бегать сюда спрашивать, хорошо ли мы себя вели. Это будет наш маленький секрет, хорошо? Хорошо, дедушка. Ой, братец Июль, какой ты молодец. Ты не удивляйся, что сумка такая маленькая. Она волшебная. В ней помещаются письма всех детей на земле. Ну вот, а теперь давайте вернем все письма на свои места. Давайте! Согласны? И раз! Покажем нашему гостю самое интересное место дедушка, моего дома. Комнату, где хранятся все подарки. Тогда вы идите, а мы здесь останемся. Прочитаем все ли письма здесь. Точно? Да, ну точно. Давайте оставайтесь. А мы с внученькой пойдем. Комнату покажем секретную. Ну вот, посмотри. Ну вот, внученька, мы и пришли. Знаешь, что это? Это пульт. Бери. Нажимай. Ну как? А это твой подарок. Ну-ка, посмотрим. О, какой хороший у тебя подарок. Ну а нам, внучка, пора. Время-то не ждет. Праздник уже вот-вот наступит. А нам надо успеть поздравить всех детей. Ты прав, дедушка. Пойдем скорей. Пойдем, внучка. Пойдем, пойдем с нами. Пойдем. Я очень рад с тобой повидаться. И напоследок мы хотим тебя поздравить с Новым годом, с новым счастьем. В следующем году веди себя хорошо, слушайся родных, делись добротой, будь примером для маленьких и гордостью для старших. Мы с тобой обязательно встретимся в следующем году. И помни, я все вижу и слышу. До новых встреч! Пока! Пока!